Первого Ярославского. Утреннее телерадиошоу «Первая студия». Доброе утро, друзья. Пятница на календаре, да пятница не простая, а золотая. А страстная. Друзья, на самом деле классная неделя, классная пятница, потому что мы сегодня с вами в преддверии праздника Светлой Пасхи будем здесь, вот с этими прекрасными куличами и яйцами разговаривать о том, как же подготовиться к этому празднику. Ну а мы — это Сережа Воронин, наш сюрприз Роман Касьян. И Ксения Мареева. Доброе утро всем. Друзья, мне послышалось, ты сказал, ты будешь разговаривать вот с яйцами, я которые не на буду, столе не буду разговаривать, я буду показывать. Смотрите, какая красота, мы-то уже подготовились, а вот подготовились ли вы, будем узнавать в течение всего эфира. И сейчас мы начнем с новостей от Сережи Воронина, а дальше решим, что делать дальше. Новости. Убери за своей собакой. В Ярославле запустили вирусный ролик. Россияне назвали сумму, необходимую для нормальной жизни. Экс-капитан «Локомотива» попал в зал славы. Начало 8-го в Ярославле. Самым главным прямо сейчас. Убери за тем, кого приручил. С такой инициативой районной администрации Ярославля выходит горожанам. Даже сняли поучительный ролик. Сейчас в ежедневном режиме глава администрации встречается с собаководами, определяет места для установок особых площадок, где выгул собак не будет мешать обычным ярославцам. Также есть инициатива установить и в районах специальные контейнеры. Обычно семье из трех человек для нормальной жизни нужно почти 70 тысяч рублей, сообщает исследовательский центр «РАМИР». Каждая пятая семья готова прожить от 20 до 45 тысяч рублей. 66% респондентов считали, что доход должен составлять 45-120 тысяч рублей, а 13% респондентов считают, что им необходимо более 120 тысяч рублей. И портал Sports.ru запустил проект «Зал славы». Болельщики сами выбирали лучших игроков, предлагали варианты, а затем голосовали. Лучшим защитником признали бывшего капитана «Локомотива» Илью Горохова. Теперь имя оборонца будет красоваться в разделе «Лучшая команда зала славы». А в разделе «Легенд» уже попал состав ярославского «Локомотива», разбившегося в авиакатастрофе. А валюте доллар по Центральному банку 57 рублей 58 копеек, евро 70 рублей и 59 копеек. А теперь погода от Романа Касьяна. Большую часть пятницы в теплом секторе циклона из-за туч неверно будет выглядывать солнце. Показатель термометра аж на 5 градусов превысит норму. Однако вечером с приближением холодного фронта прольются скоротечные освежающие ливни. Слабый термометр днем прогреется до 7 градусов выше 0. Вечером можно будет также прогуляться, но берите зонтик, напомним про дождь, там до 5 градусов тепла. Ветер южный от 4 до 6 метров в секунду, порывами до 12. Относительно влажность воздуха до 80%. На геомагнитном поле небольшое возмущение до 2 баллов. Атмосферное давление понижено 750 миллиметров ртутного столба. Полная погода. В эфире Первого Ярославского. Утреннее телерадиошоу «Первая студия». Спасибо, мальчики, за новости, за такую полноценный картину, обзор сказал, погоды, уже даже друзья. Так, Маша, нужно начинать день, друзья. 7 утра в Ярославле, и уже давайте собираться все-таки. Православные, напомню, отмечают Страстную Пятницу. Есть люди, которые вообще не следят за праздниками. Абсолютно. Сегодня мы расскажем вообще им, что происходит. Ну и, конечно же, есть люди, которые просто сегодня проснулись и такие: а никуда не надо, включу к первую студию и начну день с позитивными эмоциями. Это абсолютно мы тоже сегодня вам дадим. Но помимо позитивных эмоций, мы с вами сегодня еще и, что называется, выясним, что же можно покушать и как это сделать правильно. Но прежде чем будем рассказывать, давайте запустим наше интерактивное голосование. Давайте посмотрим сейчас на наш замечательный экран, и вас спрашиваем мы: а вы уже закупились продуктами к Пасхе? 68-50-11. Да, я уже закупился, уже и яйца подобрал, и как бы все ингредиенты для куличей тоже. А если нет, 68-50-12 ваш телефон. В течение всего эфира будем принимать ваше мнение. Вот в нашем интерактивном голосовании подведем итоги уже в конце эфира. А если уже купил готовый клич, то уже готов, да? Да, это, считаю, да, уже готов. Окей. Друзья, ну и, конечно же, не зря у нас стоят вот эти замечательные куличи на нашем столе. У нас ничего вообще, на самом деле, просто так не откуда стоит на столе. Откуда они, вопросы у меня? А это мы расскажем уже попозже. Ну, да. Ладно. И один из них мы сегодня разыграем в «Играх разума», что задание покажем уже чуть позже. Ну и начнем, наверное, с самого такого главного, что хочется сказать про куличи. Они в Ярославле чуть ли не самые дорогие. Такие
такие выводы сделал сайт бесплатных объявлений, который исследовал цены. За последний месяц количество поисковых запросов на куличи возросло сразу в 20 раз. При этом 40% таких запросов пришлось на предпасхальную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику. Также возросла средняя стоимость куличей по стране, говорят исследователи. В Ярославле куличи стали продаваться еще в начале марта, но покупать их начали только сейчас. Все правильно. Если начинали с 200 рублей, то ближе к Пасхе стоимость выросла до 450 рублей. Сейчас средняя стоимость главного пасхального атрибута в Ярославле в полтора раза выше, чем в целом по России. Что, Карл, 400 рублей? Да, 450. Это каких объемов там указывается? Там нет, просто килограмм. Средняя стоимость. 20 килограммов? Нет, ни в коем случае. Это вот маленький, вот подождите, такой кулич стоит 400 рублей? Да, вот мне кажется, большой. Да, по Ярославлю. Слушайте, ребята, давайте готовить сами. Конечно, это логично. Я все-таки двумя руками за то, чтобы готовить самим. Экономный, это еще хватит десяток яиц купить, сварить. Конечно. И лук, и покрасить. Но некоторых нет времени самостоятельно готовить куличи, поэтому они заказывают куличи уже у профессионалов. И, друзья, средняя стоимость в России, как я уже сказала, 300 рублей за кулич. Столько же обойдется кулич в Краснодаре, а вот самый дорогой в Сочи, там пасхальная выпечка обойдется аж 500 рублей. Вот самые низкие цены в Волгограде 109 рублей, и в Челябинске 100. Знаете, почему в Сочи самые дорогие куличи? Потому что ты покупаешь кулич и как бы, слушай, тут еще есть чурчхела, пахлава, давай, возьми, пожалуйста, сразу. Параллельно, и как бы и автоматически дороже становится. Друзья, кулич. Между прочим, куличи, которые вот на этих самых сайтах бесплатных объявлений предлагают, ну, самые разные. Это, между прочим, и ручной работы с каким-то там, с мастикой, с орехами, конечно, с цукатами. Вегетарианские варианты даже есть, вы представляете, на закваске. А мясной кулич? Натуральный. Хорошо. И экологичный. Кулич? Нет. Праздника такие нет, не продают. Вот, подожди, это же пост сейчас же. Ну, я говорю, после праздника. После, ну тогда. Зачем да. кулич после праздников, тем более мясной? Ну, то есть ну, нелогично, конечно. Сережа ну, придумал. Нет, это просто Сережа кушать вот поэтому мы с ним. Друзья, вот смотрите, вот такая вот у нас с вами сложная ситуация. В Ярославле в полтора раза дороже куличи, чем в целом по стране, и поэтому мы хотим знать у вас. А вы уже закупились продуктами к Пасхе, может быть, вы сами будете слушайте, делать эти куличи, да, не покупать? Я вот сегодня выступаю за позицию «Готовь сам». Я вспоминаю свое детство. Мама всегда готовила куличи. Сейчас, конечно, когда мы уже дети выросли, она покупает уже куличи. Так. И говорит, что сама сделала. Всех обманывают. Не, я помню прям, это заранее все ставится тесто. Ты сидишь, ждешь, пока мама взбивает миксером. Самая вкусная часть, когда взбивается миксером и яйца, да, белок, по-моему, сахар, и все. И ты хочешь это дело съесть, а мама говорит, нельзя, у тебя будет болеть живот, это все должно застыть уже поверх кулича. Так, ну, куличей было много, прям их очень много. Это дешевле же, это же дешевле. Это однозначно дешевле, но опять-таки мы живем в то время, когда времени не у всех хватает подготовиться полноценно к Пасхе. Вот вчера был чистый четверг. Соответственно, в доме должна быть у всех чистота. Да, но я не уверена, что у всех так все происходит. Например, у меня... Никто не успел, да? Кто-то не успел. Задержались кто-то работе. Слишком долго работает. Ну, в общем, друзья, те, кто дома сами не готовят, готовьте, как ни странно, минимум 400, да, от 300 до 400 рублей, чтобы купить. Ну, я думаю, можно найти все-таки подешевле в Ярославле, поэтому ищите. От размеров, мне кажется. Да, либо выиграть первую студию. Абсолютно верно. Ну и, друзья, сейчас Сережа Воронин расскажет вам, как же правильно подобрать эти продукты для того, чтобы приготовить те самые куличи, вот с яйцами тоже, соответственно, и с Пасхой творожной, как быть. Сереж, расскажи, да, пожалуйста. Да, не только куличи, но и яйца. Роспотребнадзор памятку настоящую перед Пасхой сделал. Так, яйца должны быть ровные. Стоит обратить внимание на дату сортировки. Это обязательно. Конечно. Кроме этого, окрас их должен быть равномерным, без пятен и неровности. Так что следите внимательно. Итак, переходим дальше к творогу. Та же история. Нужно обратить внимание на цвет, консистенцию творога. Он должен быть белым или с кремовым оттенком. При покупке особое внимание стоит уделить. Но упаковка, в первую очередь, должна быть герметичной, чтобы избежать повреждений, да, продукта. Поэтому следить внимательно. Чтобы купить кулич, необходимо придерживаться определенных правил. Первое, это обратите внимание на состав кулича. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты. Яйца, а не яичный порошок. Сливочное масло, а не маргарин. Сахар, а не посластитель. Верхушка должна быть сухой. И пахнуть кулич должен, конечно же, приятно. Куличом. Вот, да, кстати, вот на присыпку Роспотребнадзор говорит, лучше все-таки не посыпать вот этими мелкими цветушками, да? Угу. Чтобы дети могли, случайно могли вдохнуть и... так что тоже опасно. Обратите внимание. Но на самом деле я очень люблю эти цветушки. Я вот с детства их с кулича сковыривала и как бы поедала. Вот ребенку, мне кажется, сам кулич, он даже он сдобный, он вкусный, но все-таки посыпка и глазурь — это максимально вкусно. Ну что ж, друзья, просыпайтесь, давайте наше интерактивное голосование подключайте, пожалуйста. Вы уже закупились продуктами к Пасхе. 68-50-11 — это да, 68-50-12 — это... Нет,
И мы сейчас с вами с ребятами говорим о том, что готовить самим или покупать. Это, кстати, если вы уже купили кулич, это тоже да. Ну, то есть, как бы вы подготовились к Пасхе, что называется. Ну, и если, например, вы не хотите... Ну, вы человек современный. Вы не хотите использовать яйца только реальные от курицы. Екатеринбуржцы придумали очень интересное приложение. Да вот знаете, ладно. У нас одно время было очень известно там ловить покемонов, ходить, да, можно... Кстати, по Екатеринбургу и ходил, кстати, ловил. Да. Вот, а теперь в Екатеринбурге продолжение всей этой истории. Теперь можно перед Пасхой найти виртуальные яйца. Между прочим, охоту уже объявят в ближайшее время. Их разбросают по центру города. К празднику Пасхи фонд Святой Елены подготовил для жителей уральской столицы небольшой квест. Все желающие смогут принять участие в охоте за виртуальными праздничными яйцами, которые будут раскиданы по центру города. Участники, забравшие все яйца, получат необычную праздничную открытку. Чтобы принять участие в квесте, необходимо скачать на смартфон приложение Пасха 2018. В нем можно будет найти карту, на которой будут отмечены места с яйцами. Вот такая, наверное, карта это и будет выглядеть. И когда непосредственно участники доберутся до виртуальных пасхалок, нужно будет навести на них камеру и активировать. И если посмотреть на них через камеру приложения, то можно будет узнать интересные факты о пасхальных традициях или посмотреть небольшой видеоролик. Все виртуальные яйца появятся в городе в ночь на 6 апреля. Друзья, на мой взгляд... Для тех, кто только сейчас включился, я такой, Ярослав, нет, друзья, нет, это Екатеринбург. Вот я, кстати, придумали. Очень сожалею по этому поводу, потому что ребята маленькие, да, вот малыши, так. Они, наверное, еще не очень сильно знакомы с традициями этого главного христианского праздника, и, наверное, таким образом можно им в этом помочь, потому что им же интересно играть. Ну, лучше ходить с родителями. Да. Ну, неинтересно же ходить с родителями в магазин и выбирать круглые яйца, как советует Роспотребнадзор. Я ушел за яйцами, прикинь, да? И да, пошел и пошел играть. Собирать по городу. Да, нормально. На самом деле, екатеринбуржцы в этом плане вообще большие молодцы, и мы прям очень завидуем, сидя в Ярославле, что у нас пока такого приложения нет. Но вы, в принципе, ради удовольствия можете сами давай мы тоже спрячем яйца, просто десяточек по городу раскидаем. Виртуальных? Нет, настоящих. Нет, ну просто на самом деле, мы можем для удовольствия скачать себе тоже приложение Пасха 2018 и ничего не найти по Ярославле. И купить билеты на Екатеринбург. И остаться там до чемпионата мира по футболу. Друзья, на самом деле, вот такие интересные факты о предстоящей Пасхе у нас есть. Естественно, мы сегодня поговорим с представителями церкви и спросим, когда начнется пасхальное богослужение и вообще, каким образом все это будет работать, во сколько прийти, что делать, как осветить куличи. Мы все это обязательно узнаем, но пока вот у нас такая информация про виртуальные яйца. Напоминаю про интерактивное голосование. 68-50-11 вы отвечаете «да», если вы уже закупились продуктами к Пасхе, 68-50-12, если нет, вы этого не сделали, и будете делать это чуть позднее. Смотри, 50 позднее. На 50 пока у нас. У нас, да, кто-то проснулся из тех, кто такие, готов, как кто-то я. Не готов. А вы, ребят, сами как? Мы купим, конечно, купим в субботу. Купим куличи, да. Да, купим куличи, потому что времени, к сожалению, готовить нету. Ну и да, на самом не деле... Умеем, наверное. Ну да, наверное, больше да. Ну сегодня, кстати, мы про мастер-классы еще поговорим. Конечно. Кстати, расскажем обязательно, как же все-таки куличи приготовить. Кстати, я вот вам вдобавок в курсе, что самое большое пасхальное яйцо было изготовлено изо льда так. В 2010 году в России. Но его вес же не его съесть. Составил 880 килограммов. А кто его знает? Не съесть. Может, нашлись желающие, прибежали и начали кромсать просто. Бедная льдинка. Нет, мы так не делали. Мы бы любовались. Мы бы в Ростовском Кремле поставили вместе со всеми остальными ледяными скульптурами, которые летом обычно возводятся, и любовались этим красивым. Особенно изо льда. Так вот. Друзья, 744-636, если вы с нами хотите пообщаться, дозванивайтесь тоже, и наш замечательный модератор выведет вас к нам эфир. Может быть, вы хотите всех поздравить с предстоящим праздником. Мы будем только рады. Ну, а тем самым временем мы вам прочитаем гороскоп, поэтому, внимание, все 12 знаков зодиака. Ушки на макушке. Гороскоп. Гороскоп. Итак, овны, для выполнения своих профессиональных обязанностей вам придется отказаться от реализации своих планов. Тельцы, сегодня полезная, кажется, работа в коллективе. Близнецы, хорошее время, чтобы заняться своим карьерным ростом. Раки, вам стоит внимательно выбирать партнера, а выбрав, постараться не быть слишком требовательным. Львы, ваши полномочия будут расширены, что предполагает и увеличение ответственности. Эти львы? Да. Девы, у вас хороший день, чтобы наладить контакты с окружающими людьми, так что дерзайте. Весы, вам представится возможность улучшить условия быта, например, прибраться, я думаю, очень неплохо. Скорпионы, абсолютно выделите верно. Сегодня несколько минут, чтобы побыть с близкими, это важно. Стрельцы, вам сегодня гарантирован финансовый успех, так что ждите зарплатку. Львам бы такой гороскоп. Козероги, сегодня вы сможете обеспечить удовлетворение своих потребностей, ну вот прям вот полностью.
Водолеи! Сегодня удачный день для активного отдыха. Не сидите на месте. Так, пятница, конечно же. Рыбы – хорошее время, чтобы задуматься о будущем, причем о самом далеком. Друзья, вот такой был гороскоп. Ну а сейчас, конечно же, мы должны рассказать об условиях, при которых вы получите наш замечательный кулич со стола. Освещенный, красивый, вкусный. Мы в нем уверены. Профессионалы готовили, поэтому специально для вас рубрика «Игры разума». Игры разума. Итак, друзья. Так. У нас есть картинка. Красота. Взгляните на нее. Только это, не эта картинка, да? Но это тоже хорошая картинка. У нас есть вопрос. Итак, друзья, куда смотрит этот прекрасный молодой человек и какой праздник сегодня еще отмечается? После 7.30, точнее в 7.40, ждем от вас звонков с правильными ответами. Кто догадается, получит у нас очень вкусный праздничный. А я догадался, кажется. 744-636. Задание на самом деле простое. Мы вот этим квадратиком закрыли то самое, что мы у вас спрашиваем. Объект, я бы сказал. Если вы сегодня знаете, какой сегодня праздник отмечается, помимо Страстной пятницы и день следственных, Следственного комитета следственных органов, да, помимо вот этих вот праздников, то, что отмечается, обязательно дозвонитесь до нас, 744-636, сразу после новостей и рекламы в 7.40 мы примем звоночек и подарим вам вот этот освещенный вкуснейший кулич. Ну а сейчас у нас реклама, после этого вернемся и будем с вами разговаривать с нашими гостями. Поехали. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Ну что ж, друзья, доброе утро. Это «Первая студия». До 8 утра с вами будем мы, Сергей Воронин, Роман Косьон. И Ксения Мареева. Ксения. Доброе утро. Ксения такая вот. Ксения Мареева, доброе утро. Друзья, утро. Мы в преддверии праздника Светлой Пасхи. Сегодня, конечно, с вами общаемся на эту тему. Как подготовиться, как купить продукты и где можно найти яйца, мы уже рассказали. Какие дорогие куличи в Ярославле, тоже рассказали. Ну, конечно же, теперь очень важный вопрос. И мы сейчас будем говорить с иереем Александром Сатомским, пресс-секретарем Ярославской епархии. Отец Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Отец Александр, ну и, конечно же, самый главный вопрос к вам. Как, может быть, пройдут пасхальное богослужение? Во сколько все начнется? Во сколько все закончится? Куда приходить? Можно нас, наших зрителей экскурс сориентировать, если вдруг кто-то не знает? Да, здесь совершенно стандартный момент. Да, с одной стороны, важно помнить, что Пасха, собственно, не начинается в ночь с 7 на 8 апреля. То есть большой подготовительный период, который имел место быть, а именно Великий пост. Да, с одной стороны, он уже закончился, но сейчас идут последние дни Страстной Седмицы. Так. Поэтому, безусловно, принципиально важно поучаствовать хотя бы в одном и из этих богослужений. Да, иначе, ну скажем так, прийти к свету Христова воскресения, да, как бы миновав период страстей Христовых, невозможно. День сегодняшний, день Великой Пятницы, да, один из самых напряженных в смысле воспоминаний, да, дней церковного года. Мы вспоминаем крестные страдания и смерть Христа. Соответственно, сегодня прямо в 8 утра во всех храмах начнется чтение царских часов. Это богослужебное последование, которое как раз посвящено вспоминанию данных евангельских событий. Далее в 14 часов в Успенском кафедральном соборе владыка Пантелеймон совершит вынос плащаницы. Это икона, которая напоминает нам, собственно, о плащанице, в которую и был завернут Спаситель. Далее также Успенский кафедральный собор, 17 часов, чин погребения плащаницы. Здесь мы вспоминаем, собственно, снятие Христа с креста и погребение его непосредственно в Гефсиманском саду. Далее, собственно, день Великой Субботы, да, день большой внутренней тишины, да, когда мы собираемся уже, да, непосредственно перед днем Христового воскресения. Пасхальная служба начнется 7 апреля в 23 часа, да, как во всех храмах епархии, безусловно, и в Успенском кафедральном соборе. То есть здесь будет, конечно, главное богослужение, и, соответственно, с 23 часов начавшись, продлится оно примерно где-то до 3 часов ночи. Далее. Да, смотрите, а когда ждать благодатный огонь у нас в Ярославле? Если все будет благополучно и если в Великую Субботу благодатный огонь сойдет, то в Ярославле он будет раздаваться в сам день Светлого Христова Воскресения, 8 апреля, в Успенском кафедральном соборе в 16 часов вечера.
Отлично. Очень полезная информация. Спасибо вам за нее. Отец Александр, наверное, тоже у наших зрителей может возникнуть вопрос по поводу там освящения куличей и так далее. То есть, когда это можно делать? Куда приходить и как это происходит? Расскажите, пожалуйста. Объективно два дня существует к тому, чтобы осветить те да, как бы вот элементы пасхальной трапезы, которые мы обычно да, освещаем, а именно куличи, яйца, пасхи. Лучше всего сделать это в день Великой Субботы, то есть накануне. То есть, как правило, в большинстве храмов освящение это длится практически в течение, ну, как бы, большей части дня. Лучше всего, конечно, подгадать время и подойти в данном случае либо к самому богослужению Великой Субботы с утра, либо где-то по времени сразу близко после его окончания. Как правило, в сам день Светлого Христового Воскресения, если такое освящение и бывает, то оно, как правило, по времени приурочено сразу к окончанию службы. То есть, в течение воскресного дня сделать это будет уже проблематично. А как-то подготовиться надо, я не знаю, морально или что-нибудь? Может, существуют какие-нибудь правила для того, чтобы человек вот пришел действительно праздновать главный христианский праздник вот чистым? Ну, может быть, какие-то дополнительные еще необходимо посетить службы или мероприятия? Вы совершенно верно заметили. Такие правила существуют. Называются они Великий пост. Длился он 47 дней. К тому, чтобы человек должным образом сумел подготовить себя к Светлому Христову Воскресению. Однако есть маленькое «но». Святитель Иоанн Златоуст, ну, как бы нужно отметить, что ситуация, в общем-то, как бы от 4 века до дня нынешнего сильно не изменилась, говорит следующее. «Тот, кто готовился и работал с первого часа, большой молодец. Но и тот, кто пришел в 11 часе и сделал хотя бы чего-нибудь чуть-чуть, тоже пусть приходит, тоже пусть празднует. Те, у кого не было внутренних сил, собранности, возможностей, чего-то еще, воспользуемся хотя бы оставшимися очень маленьким периодом времени. Сумеем подготовить себя за это время, ну вот в меру тех сил и возможностей, которые у нас есть, чтобы все равно, хоть как-то поучаствовав в вспоминании страстей Христовых, да, вспоминании страданий Господних, суметь объективно, да, в меру, опять же, сил своих, войти в свет Христового Воскресения. Отец Александр, спасибо вам огромное за подробную такой, да, наш разговор, рассказ. Все надеюсь, все поняли, все услышали необходимые время, место и так далее, потому что бывает действительно какая-то путаница иногда возникает в головах людей, поэтому мы еще повторим всю эту информацию, которую вы озвучили в эфире. Спасибо вам огромное. У нас на прямой связи со студией был иерей Александр Сатомский, пресс-секретарь Ярославской епархии. Отец Александр, большое вам спасибо. Спасибо большое. Ну и, друзья, конечно же, не забываем, что Первый Ярославский будет транслировать пасхальное богослужение. Трансляция начнется в субботу в 23:30 и закончится вместе с окончанием нашего эфира конечно. В 1:30 ночи в воскресенье соответственно. Эфире. И, друзья, поэтому присоединяйтесь, если вы не сможете побывать в Успенском кафедральном соборе, смотрите нашу трансляцию и будете как бы в курсе всего, что происходит. И это красиво, правда, я прям в восторге. Ну и, друзья, конечно же, стоит понимать, как будет работать транспорт у нас в это самое время. Давайте скажу. Смотрите, дополнительные автобусные маршруты пустят на Пасху в Ярославле. Будут ходить автобусы номер 5А и 5Б. Первый следует от Красной площади до Сташинского кладбища по улицам Чкалова, Добрынина и Промышленной. Второй маршрут, то есть 5Б, соединит 15-й микрорайон со Сташинским кладбищем. Льготы также действуют. И, конечно же, ограничат движение в Ярославле на Пасху. Смотрите, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения в период празднования с 18 часов 7 апреля до 15 часов 8 апреля в районе храмов и монастырей будет ограничено движение, сообщает мэрия Ярославля. Отметим, что в районе Яковлевско-Благовещенского храма в Заволжском районе города движение будет введено с 7 часов утра в субботу и 7 апреля и будет действовать до 15:00 8 апреля. Поэтому, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, пользуйтесь дополнительными автобусами и знайте, что теперь во время Пасхи у храмов там нигде столпиться будет нельзя, поэтому заранее планируйте свой маршрут. Ну а теперь от вот этого разговора мы перейдем к нашей любимой еде, вернемся к куличам. Мы напоминаем, что мы с вами сегодня разыгрываем освященный вот такой замечательный кулич, который стоит на нашем столе, приготовлен нашими замечательными друзьями. Мы полностью уверены, что он вкусный, он с цукатами, поэтому он освященный, и вы сможете спокойно его себе забрать, если правильно ответите на вопрос, который мы вам сейчас еще раз покажем. Покажите нам, пожалуйста, картиночку в играх разума.
И вы сейчас увидите молодого человека и красно-белый квадрат. Нужно, давай, Ром. Нужно, во-первых, понять, что там, куда смотрит этот прекрасный человек. И на основе этих мнений ваших в голове понять, какой день сегодня еще отмечается, какой праздник есть еще сегодня. Множество идей на самом деле. Множество идей, можно смотреть на все что угодно, но вот правильная версия только получит одна. У нас. Это первая студия. Да, друзья, 744-636, сразу после рекламы и больших новостей дозванивайтесь до нас, ответьте правильно, мы подарим вам этот замечательный кулич. Участвуйте в нашем интерактивном голосовании 68-50-11, если вы уже приготовились, закупились под продуктами к Пасхе, 68-50-12, если вы этого еще не сделали. Сейчас у нас небольшая музыкальная пауза, и после этого в гостях у нас появится замечательный повар, кондитер, да, специалист, который расскажет, как же все-таки приготовить вкуснейший кулич. Поехали! В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Друзья, ну что же, продолжаем мы тему подготовки к Пасхе. Уже 8 числа многие будут уже, соответственно, не только освещать куличи накануне, а уже и явствовать ими. Вот как же все-таки приготовить куличи и другие секреты вот этого кондитерского не пасхального только мастерства? Стола. Вот, правильно подобрал слово. Сережа, расскажет наш замечательный гость Екатерина Шашкова, повар-кондитер. Екатерина, доброе утро. Кать, доброе утро. Доброе утро, друзья. Ну, рассказывайте. Во-первых, я думаю, что не один год вы уже готовите вот эти вот прекрасные куличи, и не только. Мы хотим секреты. Давай, раскрывайте. Самого вкусного кулича. Во-первых, я хочу вам подарить этот замечательный Спасибо. Кулич. Да, он очень вкусный. Прекрасно. Сделан с любовью. Прекрасно. Так, прекрасно. Рассказывай рецепт, какой там. Главное готовить с любовью. Тесто должно чувствовать теплоту. Спасибо, доброту. В студии была Екатерина. Так, ну понятно, это важный элемент такой, да, который все-таки добавляет не просто, да, там тесто смешали, все. Это важно. А вот если вот как поставить тесто, сколько там нужно вообще добавлять ингредиентов? Вот мы хотим прям вот такого. Да, может какой-то там ванилин какой-то еще, да, чтобы специфический. Обязательно ванилин всегда должен быть в куличе. Можно добавить изюм, курага, давайте так, вот чернослив. Мы с Сережей, да, вот, у нас давай. Руки вот так вот обычно. Все, мы вот пришли. Мы пришли на кухню, вот этими руками кулич, пытаемся давай. Сделать что, кулич. Что нам нужно? В первую очередь надо сделать небольшую опару. Так, для того, чтобы тесто лучше поднялось. Давай, немножко, что это нужно? Немножко, опара, давай. Опара. Так, теплое молочко берем, так. Сахар, чуть-чуть дрожжей, муки. И ставим в теплое место, чтобы оно у нас погуляло. Так, да. Дальше. Затем добавляем все ингредиенты оставшиеся. Так, это что именно? Сахар, дрожжи, яйцо, так. Мука и в конце добавляем маргарин. Маргарин, ванилин, естественно, изюм. Кто-то добавляет цукаты. Это прям вот все туда. Курок, все туда, прямо все так, туда. Так, и куда потом? Замешиваем тесто. Месить надо как бы лучше подольше, потому что, чтобы оно вообще не прилипало к рукам. Вот. А рукам. Нужно как-то маслом руки? Нет? Маслом, естественно, о-о-о, да. Короче, невозможно. Печатка будет прилипать. Мы это все дело замесили. И что, оставляем, чтобы как-то поднималось? Оставляем в теплое место, закрываем обязательно. А сколько? Насколько это должно? Часа 2-3 должно 2-3. Тесто подниматься. То есть в течение дня сколько можно сделать куличей вот так? Вот ты сколько максимально делала? Мы примерно пекли 200 штук. 200? Да. Это сколько у вас было человек? У нас было двое. Двое? 200? Это книга, по-моему, рекордов мощно, России, наверное. Очень мощно. И потом все, это, соответственно, при какой температуре это все выпекается? При температуре 160 градусов, так. 45 минут. Давай расскажем. Но у всех просто разные дома печки, поэтому если вдруг вы чувствуете, что кулич не пропекается, то, значит, закрываем или пергаментом, или фольгой и спокойненько допекаем. Так, а украшаешь чем обычно? Украшаем, делаем, естественно, помадку, так. Один белок, 150 грамм сахарной пудры и лимонный сок. Это взбивается? Да, а есть да, все это взбивается. Взбивается и глазируется. Вот смотри, есть еще мы видим фигурки, да, какие-то, с чего они там состоят? Вот, это у нас самодельные фигурки ручной работы, съедобное песочное печенье, вау. Которое раскрашено, естественно, руками, вот. Здорово. А вот по поводу красителей, это как их брать? Вот я знаю, что яйца обычно можно красить луком вообще. Да, я, для меня открытие рукой, было где-то там лет 5 назад. Самый простой способ. Как? А вот какие красители здесь используются? Здесь так? Пищевые красители и больше ничего нет. То есть бояться не надо. Знаете, все просто натурально. Многие же ходят, и мамочки такие вот в магазинах.
них, и думают, вот куплю, ребенку нельзя. Да, это же да, все, аллергия все это можно какая-то. Есть, да? Это все пищевые красители, все съедобное. Все да? съедобное, замечательно. Вот я хотел спросить по поводу того, что вот многие говорят, вот времени нет самим готовить, проще купить, да, там за 300 рублей кулич. Вот реально, можно ли, там, сколько-то, 3-4 часа свободного времени, плюс пошел после да. работы, да, чтобы сделать саму кулич? Ну, свой-то конечно, наверняка вкуснее. Конечно, вот свежий, вкусный. Сколько вот нужно времени от и до, чтобы сделать один хотя бы маленький ну, вот такой кулич? Ну, если дома, часа 4. 4 часа? Ну, вполне за можно, маленький куличик. Да. Ну, зато с любовью сделаешь, это ж хорошо. Это вот, друзья, 4 часа всего лишь. Сама сколько вот на Пасху уже будешь готовить, либо уже готовила? Буду еще готовить. Будет и готовить. То есть спросом польза кулич, да? Да. Ну, а самый необычный кулич, возможно, был там самый большой какой-то необычный форум. Понятно, они все такие-то круглые, да? Ну, самый необычный, я думаю, вообще шоколадный кулич. Шоколадный? Да, полностью? Да, там вот. Шоколадный с черносливом, с орешком. Вот я тебе говорю про мясное. Это больше шоколадный. Больше маффин какой-то, мне кажется, получается. Здорово, Катя. Ну, и мне кажется, вот совет начинающим, да, и вот те, кто еще хотят приготовить кулич, что нужно вообще в первую очередь, какие правила нужно знать, руки да, иметь. И помнить? Руки ну, понятно, что... чтобы сделать хороший кулич. Мы уже написали вот несколько да, пунктов, я думаю, полезно будет. Вот что нужно в первую очередь знать? Чтобы... Главное, чтобы на кухне было тепло. Угу. Лучше вообще, чтобы было все закрыто. Вот. И главное не открывать печку после то того, как вы поставили его в духовку. Тесто поднимается, да, если тепло? Да, тесто угу. поднимается, его не трогаем. И после расстойки ставим в печку, его, конечно, лучше вообще не открывать. Катя, вот такие советы от профессионала. Желаем в первую очередь, чтобы не устало от того, что 200 штук сделали. Да. Совет полезный. Так, а прокачается. Как, да? В нашей студии была повар-кондитер Екатерина Шашкова с подробным рассказом, как же правильно сделать замечательный кулич. А мы напоминаем, друзья, что после новостей сейчас звоните нам и давайте правильный ответ. Вы тот самый вкусный кулич, освещенный, да. получите в подарок. Итак, что скрыто по знакам вопроса? И мало того, что нужно ответить, что да, там... Какой день сегодня? Или да, праздник? Какой день еще сегодня да. отмечается в мире, друзья. Поэтому звоните 744-636 уже после новостей от наших коллег. Оставайтесь с первым Ярославцем. Не переключайтесь. В эфире первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Ну что, друзья, доброе утро, это «Первая студия», с вами сегодня до 8 утра будем мы, Сережа Воронин, Роман Касьян. И Ксения Мареева. Да, друзья, а также еще куличи. Да, а также еще куличи. Друзья, мы сегодня с вами готовимся к светлой Пасхе и спрашиваем вас в нашем интерактивном голосовании. Расскажите к нам, пожалуйста, закупились ли вы уже продуктами для пасхального стола? 68-50-11, да, 68-50-12, нет, у нас 50 на 50, моя нелюбимая часть голосования. Я думаю, отец Александр парировал тебе бы фразы «готовимся к Светлой Пасхе», фразы «готовиться» надо было во время поста. Да, да, да. Да. Он бы тебе сказал. Он мне уже парировал во втором блоке нашей программы. Ну что ж, друзья, ну и, конечно же, напоминаем наши игры разом. Давайте еще раз покажем картинку. Задаем мы вам такой вопрос. Ромка, давай. Что там закрыто знаком вопроса? И в соответствии от того, что там закрыто, вытекает праздник, который сегодня также отмечается. Слушай, я смотрю, наши это жители Наробрагина. Есть мелочь? Сейчас, я думаю, ты после... останешься жить на первом Ярославском. Да, да, все да. жители Брагина сейчас тебе... 744-636, дозванивайтесь до нас. И тот, кто ответит правильно, получит наш замечательный, освещенный, вкуснейший кулич от наших гостей. И у нас уже есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Светлана, очень приятно. Скажите-ка, пожалуйста, что же мы закрыли этим белым квадратом? Давайте еще раз посмотрим на этот. Квадратом вы закрыли теннисный мячик, а сегодня Всемирный день настольного тенниса. Абсолютно Брависсимо! Верно. Правильно. Аплодисменты, победитель. Где аплодисменты? Вот аплодируйте, победитель. Я просто вспомнил, как в детстве мы такие баловались этими шариками, так поджигали. Вот видите, как все просто. Мы вас опять поздравляем. Вам отправляется прекрасный кулич к Пасхе, освященный. Так что вы большая молодец. Можете поздравить всех в преддверии праздника с этим замечательным днем. Спасибо. И всех поздравляю с наступающей светлой Пасхой. Спасибо огромное, Светлана. Светлана, да, вы сами уже купили продукты? Либо вот кулич наш будет вам в подарок, да? Кулич не покупала. Вот ведь. Будете сами готовить или нашим пользоваться?
У меня сестра привезет из Сергиева Посада. А, все, то есть у вас все заранее подготовлено. Аутентичные, я бы сказал, кулички. Очень классно. Конечно. Светлана, вы умница. Хорошо. Не кладите, пожалуйста, трубочку, расскажем, каким образом забрать наш замечательно сдобный вкусный приз. Ну, а мы с вами, ребята, от куличей переходим к яйцам. Давайте перейдем к яйцам. У меня есть классная картинка. Давай, хочу вам показывай. Рассказать. Давайте покажем сейчас на экране эти замечательные яйца. Между прочим, ученые пытаются выяснить значение символов древнерусских писанных календарей. 30 лет назад археолог Марина Ягодинская обнаружила уникальные артефакты, древнерусские писанки. Угу. Найденные яйца были расписаны древним способом. Поверхность необходимо было разделить на 8 частей. Участки не обязательно должны были быть равны между собой, однако им следует быть похожими на треугольники. Всего было обнаружено 2 писанки, сделанные из глины. Открытие было сделано в Звенигородском урочище 30 лет назад. Очевидно, что творения были изготовлены неизвестным мастером. В прошлом году обнаружено 100 писанок. Большая часть яиц была окрашена в зеленоватые или желтоватые цвета и орнаменты в виде концентрических кругов. Тем не менее, последняя находка отличается от предыдущих. Она имеет определенные клинья, из-за чего эксперты начали подозревать, что наши предки пытались изобразить на писанке календарь. Вот такая вот небольшая историческая информация. И мне кажется, мне вчера, когда ее нашла, мне показалось, она очень интересная. Потому что про обычные яйца мы поговорили, а про исторические старые не разговариваем. Ну, я сейчас скажу про шоколадные яйца. Давайте посмотрим. А британские кондитеры отважились сделать шоколадно-пасхальное яичко весом, сколько вы думали? 50 килограмм. Полцентнера молочного шоколада, высота почти целый метр, множество крема и сахарных цветов, все исключительно ручной работы. Шоколад отлили по специальным формам, а потом соединили вместе две огромные половинки. Так что внутри яичко пустое. Яйцо! Нормальное яичко, маленькое, 50 килограмм. Кстати, вот это яйцо, да, можно было приготовить 1111 типов шоколадок. Вот так. Друзья, вот такое вот яйцо вкуснейшее. А представь, там бы был какой-нибудь там сюрприз, да? Киндер, да. Там где-нибудь маленькая игрушка. Ничего себе маленькая. Ладно, большая. Плюшевый медведь. Друзья, вот такие замечательные факты касаемо яиц. Можно я вам добавлю? Ну, давай. Не про яйца, но в целом про Пасху. Три четверти россиян. Это много. Из четырех три четверти россиян не соблюдают пост, но празднуют Пасху. Это вот такая статистическая информация от Левада-центра. 75% россиян не соблюдали пост. Так, ну правда. Это в прошлом году, соответственно, информация. Вот. Но при этом 24% там соблюдали частично, 1% в прошлом году полностью соблюдал. Но празднуют все. Ну правильно. Друзья, потому что говорят... Как сказал отец Александр, вот он не постился, но если в последний день хотя бы чуть-чуть приобщился, то тоже уже хоть что-то. Вот что-то. Один же из любимых праздников, оказывается, россиян Пасха после Нового года, говорят, и дня рождения. И наша статистика наконец-то изменилась от 50 наконец-то, на 50. Наконец-то, да, подвинулась. Потому что не готовится. И 60% наших телезрителей еще не закупились продуктами Пасхи, но ничего страшного, у вас еще есть целая пятница для этого, я думаю, что вы успеете. Ну и, друзья, у нас сегодня с вами в течение эфира, вот у нас осталось буквально 5 минут, мы попытаемся выдать две рубрики, это наши опять новости, рубрика «Не ждали», давайте сейчас начнем с опять новостей. Коротенько о том, что интересного произошло в мире за последнее время. Поехали. Опять новости. Ну что, давайте в темпе. Я начну тоже. У меня опять яйцо. Как бы мои опять новости ничем не отличаются от всего остального. Канадские изобретатели собрали на кикстартере 100 тысяч долларов на деревянные яйца для медитации. Друзья, вот этот мужик, у которого стресса много на работе, и вот, значит, ему сейчас, у него в жизни появится яйцо. Ему всего 12 тут, правда, но он же мужик. Да, планировалось, значит, собрать всего 10 тысяч долларов, но людям понравилась идея талисмана для успокоения. В Ванкувере заявили, что яйцо для размышлений поможет людям, которые устают из-за постоянных заботы, ничего не успевает. Вы достаете яйцо везде, где находитесь, растираете и мнете, и держите за него, когда вам нужно, чтобы вас не отвлекали и не дергали из-за дел. Авторы создали 3 вида яиц для размышлений: златуни, дерево и гавлита. По задумке каждый материал символизирует одно качество: камень спокойствия, металл восстановления, дерево концентрацию. Также появятся яйца из лавового камня, на которые компания просила 75 тысяч долларов. Представьте, 10 тысяч долларов собирались. Подожди, яйцо собрать. Какое-то перепелиное, я смотрю. Ну, она маленькая. Была страусиная. Я не понял, о чем суть. Смотри, они
хотели собрать 10 тысяч долларов на кикстартере, для того, чтобы им дали денег, для того, чтобы они этот проект, да, реализовали. А собрали 100 тысяч долларов, и теперь у них три яйца. Деревянная, каменная. Так, и... что эти яйца? Яйца для медитации. Успокаиваешь. Ром, а, да, то есть они себе, да, купили три яйца, а по 10 тысяч долларов еще осталось? Нет, они теперь запустили линейку целую. Люди яиц заинтересованы в этом. Они покупают эти яйца для того, чтобы их никто... А, то есть им денег прислали, еще и покупают. Слушайте, вообще красавцы. Красавцы. Бизнес на бизнесе. Я в продолжении темы бизнес на бизнесе, друзья. Как бы ничего сказать плохого не хочу, но факты говорят за себя. Все, наверное, помнят, друзья, что недавно, да, в Калининграде пролетела новость, что делали мост, да, выделили на реконструкцию моста почти 928,8 миллионов рублей. Миллиард. Да, там нормально. Вот, там пешеходные тоннели, все и все. А вот столбы, друзья, посмотрите, что, с чего они были сделаны. Ты давай говори. Они с чего? Там горшки... Горшки, друзья, были. Горшки, да, все, наверное, видели. Горшки, которые стоят в магазине 700 рублей. Вот основа была просто сделана из них. Слушай. И сейчас вот их переделали в... Вот, не кошмар. Будет, не я будет, думал, да, у нас подошли, творчески подошли, ребята. Да, но сейчас вот заменили, хотел сказать, вот смотрите, но на металлические основания сказали, ну, слушайте, это было просто временное... Не боги горшки обжигают, а калининградские строители. Да, сейчас, говорит, все, сделали новое укрепление, покрасим, новые кожухи, все хорошо. Ну, а в Финляндии зарегистрирован первый случай рождения ребенка, внимание, мужчиной. В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенок родился, родил гражданин, числящийся по регистрационным документам мужчиной. Отец малыша родился женщиной, но сменил пол позапрошлом году. Для того, чтобы завести ребенка, он решил прерывать гормональную терапию. Родился мальчик, 4 килограмма и рост почти 50 сантиметров. Я уж не знаю. Это правда кошмар. Да. Ну и, друзья, у нас остается немножко времени. Давайте с вами попробуем сейчас в нашей рубрике «Не ждали» дозвониться до замечательной женщины. Зовут ее Татьяна. Ей исполняется сегодня 54 года. Ее поздравляет муж и дочь, желает счастья здоровья, побольше путешествий. И передают нам, что они ее очень любят. Сейчас мы будем дозваниваться. Как зовут? Татьяна. Татьяна. 54 года. Рубрика «Не ждали», друзья. Пробуем дозвониться. Сейчас, да. Ребят, мы будем разыгрывать или так? Просто поздравим. Давай разыграем. Да, две минуты, давайте поздравим. Алло, Татьяна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отличное. А куличи купили? Нет, еще, я думаю, попозднее. Татьяна. А вы с каждым с утра так разговариваете? Три голоса. А я узнала вас по голосу. Я смотрю вашу передачу и... С великим удовольствием. Спасибо вам за позитив каждый день. Да ладно, вы попали в рубрику «Не ждали», ваши родственники написали ваш номер, и мы вам спешим поздравить с днем рождения от лица первой студии, от всего первого Ярославского. Желаем вам здоровья, спасибо, улыбок и самого отличного настроения. Спасибо большое, спасибо. И вам большое спасибо за вашу прекрасную передачу. Спасибо. И помните, Татьяна, 54 года – это только начало. Вы в начале сложного, но такого интересного пути. Приятного, я бы сказал. Я надеюсь. Я уверена, Татьяна. Поэтому я думаю, что у вас все будет обязательно хорошо. С предстоящим вас праздником. Пусть вы будете счастливы, ваш муж и дочь вас радуют. И спасибо, что смотрите «Первую студию». Спасибо. Нам очень вам приятно. Большое, и вам всего доброго. Спасибо, Татьяна, я понял, что мужчинам нельзя назвать возраст женщинам. Женщинам можно. Ну, да, все понятно. Преимущество вот есть, правила. Нормально. Друзья, ну что же, пятница завершается. Напоминаем о том, что те, кто постились, вы большие молодцы. Но те, друзья, не постились, тоже обязательно приобщайтесь к светлому празднику Пасхи, который состоится уже в воскресенье. Давай посмотрим результаты голосования. Так, вы уже закупились продуктами 60% Пасхи, да? Нет, мы так и думали, друзья. Мы не надеялись на то, что все успели подготовиться. Но мы верим, что если бы мы спросили вас завтра, статистика была бы иной. И конечно же, друзья, не забывайте, что трансляция на первом Ярославском пасхального богослужения будет уже в субботу в 23:30. Закончим мы эфир в 1:30 ночи в воскресенье. Оставайтесь вместе с первым Ярославским. Пока. Увидимся в понедельник. До понедельника. Пока. Всем пока-пока. В эфире первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия».